клыки волка и кашалота, фрагменты бивня мамонта и изделия из янтаря обнаружили сотрудники уссурийской таможни у возвращавшегося на родину гражданина КНР в пункте пропуска пограничный. На мониторе рентгеновского аппарата таможенники выявили в его багаже мелкие предметы, напоминающие клыки животных. После вопроса инспектора о наличии запрещенных к вывозу предметов, мужчина ответил, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе досмотра в его чемодане среди личных вещей были найдены 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Мужчина пояснил, что товары ему не принадлежат, и он везет их через границу по просьбе друга. По данному факту уссурийская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование товара». Санкция статьи предусматривает штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией. Изделия изъяты, направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений». Волк и кашалот относятся к видам, оборот которыми регулируется Конвенцией международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Это Конвенция СИТЭС. Для вывоза физическими лицами их дериватов, а также останков мамонтовой фауны, которые относятся к предметам палеонтологии, необходимо специальное разрешение Росприроднадзора.